Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Duda Play, и мы продолжаем играть в игру в карлики, в рыцари. И мы открыли сундук, получили много интересного лута. Сейчас мы посмотрим, что у нас есть. Заходим в арсенал и смотрим. Так, мечи. Что у нас по мечам? Так, меч 5 уровня, меч 6 уровня. Немножечко. Шляпы, смотри, мы сейчас откроем шляпы 4 уровень. 5 уровень. Вот, мы сейчас получим новый шлем. Офигеть, шлем 7 уровня. Это очень здорово. Так, по лучнику, что у нас здесь с лучницей? Так, у нас есть новый лук. Ух ты. Так, чуть-чуть не хватило у нас, конечно же, до апгрейда. Ладно. Так, шляпочки. Шляпочки мы сейчас можем по шляпам. Тоже мы ничего не можем нового открыть. Ладно. Так, у нас есть волшебник. Что у нас? У нас есть шляпы. 5 уровня шляпа. Ну, пока ничего такого интересного нету. Ну ладно, проходим. Мы открыли новый шлем нашему рыцарю. Потому что рыцарь у нас такой чувак, что он постоянно погибает и берет первую волну всегда на себя. Ну что ж, в бой. Рыцарь, может быть, у нас будет более живучий, потому что он постоянно быстро умирает, сам первый. Смотри, какой интересный, вот такой спрятанный. Да, да, да. У него, смотрите, у него КПшка, у него не так быстро качается. Хорошо. Так, сейчас дальше мы берем. Так, ну что, здесь берем заморозку. Точно. Все, мы их заморозили. Так, дальше мы делаем. Сейчас мы подождем супер меч. И супер мечом мы сейчас уничтожим. Да, есть один остался. Хорошо. Так, у нас есть шляпочку, мы подняли. Так, молнию, молнию. И заморозку, заморозку. Так, все заморозили. Мы сейчас должны его добить. Быстрее добивайте. Ай, зря, конечно, молнию пришлось использовать. Так, и стреляем. Да. Вот, ну, в принципе, мы его быстро завалим сейчас. Есть. Так, у нас осталась лучница и волшебник. Молния, 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 слушай, молния. И запускаем нашу бургу. Как золотистая. Так, давай, выстреливай, иди. Стреляй. Так, опять убили. Так, у нас остался один волшебник. Успеет, не успеет. Давай, стреляй. Победа. Здорово, нифига. А я думал, стрелять или не стрелять. Почему-то я подумал, что там еще у нас есть какой-то воин, бандит. Так, ну что ж, продолжаем. Ну, в принципе, мне нравится. Сегодня прямо хорошо так проходим. Ой, у всех двойные вот эти вещи. О, а ты чё, слабачка какого-то нам поставили? Так, это тоже сейчас мы тебя заморозим и добьем. В принципе, мы тебя. А вот ты легкий, легкий. Так, шляпу берем. Так, что здесь у нас? Ну, в принципе, смотри, это как бы боссы, но они легкие. Сейчас мы. Ну, а мы у тебя так сейчас добьем. Подожди. Есть. О, сундук, круто прям. Круто. Так, молния, меч. А-а-а! Нифига себе. Мы меч зря потратили. Босс, босс. Офигеть, нифига босс какой. Убил нашего рыцаря, опять убил. Нифига себе, такой босс мощный. Не знаю, победим его или нет. Так. Ну, в принципе. А, смотри, что-то он как-то. А, нет, сильный. Почему-то я подумал, что он не сильный. А, он сильный. Так, есть, одного убил. Так, ну давай. Запускаем копье. И сейчас выстрелим копьем. Сейчас, подожди. Сейчас копье двойное будет. Так, и двойное копье. Есть. Ну, блин, нет, все, нет шансов. Эх, ну ладно, сейчас еще раз попробуем пройти. Нифига, босса убиваем. Круто, мы добрались до боссов. Это очень хорошо. Так, вот это интересная серия с боссом. Так, есть, этого быстренько убили. Так, я сейчас заморозочку сделаем. А, хотя, в принципе, хоть и без заморозки мы его сейчас добьем. Сейчас я его мечом попробую. Оп. А хотя можно было мечом не убивать. Ладно, попробуем. Так, ну этого тоже сейчас подзарядим. Так, это в принципе не страшный. Так. Ну,
тоже, конечно, кусачий. Но сейчас мы заморозочку сделаем, смотри. Опа, вот этот босс тоже такой, блин, сильный. Сейчас мы в него выстрелим. Оп. Ну, сейчас мы его добьем. Подожди, немножечко осталось. Так, если он сейчас разморозится... А, нет, все. Вот так вот. Мы его убили. Еще и шляпу подняли. Так, босс пошел. Так, мечом его. И заморозку, срочно заморозку. Так, теперь молния. Так, а также вот это сейчас мы выстрелим. Так, есть. У нас еще есть копье. Сейчас мы подождем копье второго уровня. Так, копье второго уровня есть. Так, сейчас попробуем этого босса уничтожить. Но он достаточно сильный босс, смотри. Сейчас мы попробуем его уничтожить. А, так быстро. Он нас убил. Вообще, подожди, что-то я даже это самое не успел даже сориентироваться. Как-то он опасный, какой тип. Так, и что же у тебя? У тебя есть шляпы, да? О, шляпа была 8 уровня. Ух ты, как этот Робин Гуд. Интересная, смешная шляпа. Так, ну по лукам у тебя ничего интересного нету. Ладно, проходим дальше. Ну, сейчас я должен победить босса. Ну это вообще, ну, изи, изи. Сейчас они во-первых, сильнее стали. О, какой лучница у нас красивый, вообще красивый наряд. О, нифига, как они его убили, смотри, с первого раза. Смотри, как они сильные наши стали, да, ребята. Так, давайте, добивайте, хорошо. Так. В принципе, смотри, они бьются хорошо, да? Сейчас мы сейчас эти все мощности оставим на босса. Так, ну у нас сейчас этот сильный будет, тоже, мы сейчас его молнием. Вот, молнии убили, все. Сейчас у нас мы сделаем заморозку. Босса. Так. Подожди, а на босса заморозка? А, нет, действует. А что, заморозка не работает на босса, что ли? Я не пойму. Так, ладно. Попробуем сейчас стрелять. Нифига. Он убил опять рыцаря нашего. Заморозка на него, значит, не действует. На босса. Какой босс-то хитрый, а сильный. Так, мы сделаем вот так. Ага. Короче, смотри, слушай, на босса этого заморозка почему-то не действует. Не знаю почему. Поэтому мы сейчас сделаем так. Мы сейчас сделаем заморозку на последнего босса. На предпоследнего босса мы сделаем заморозку. Сейчас, ну, этого первого мы уничтожаем очень быстро, очень легко. Ёжика убили сразу же. Потом второго, это червячка, мы тоже забиваем, в принципе, быстро. Так, ну заморозку мы сделаем под предпоследнего босса. Этого тоже мы убиваем, просто мы ничего не тратим. Ничего совершенно тратить не нужно. Так, все, мы его сейчас убиваем, а вот этому мы делаем заморозку и больше ничего не трогаем. Так, где он? Вот заморозка, все, он заморозился, мы его сейчас аккуратненько убиваем. Вот этого, значит, монстра такого нашего. А сейчас он быстро умрет. Так что остальное мы ничего не тратим. Во-во-во-во, все убили. Теперь мы рыцарем быстро, срочно делаем супер меч. Что он сейчас у нас нет. Заморозка не работает. Ладно. Сейчас. А, вот у нас дополнительно все включаем. Мы это все используем. Так. Смотрим, успеем добить его или нет. Ну, в принципе, смотри, все бьет и бьет. Сейчас нашего волшебника убьет. Так, давай. Есть, волшебник убит. Так, девочка осталась, давай, добивай его. А, чуть-чуть осталось, давай. Есть, мы победили босса. Вообще, молодец, победа. Мы одержали все-таки победу над этим кровожадным монстром. Пнем. Это босс. Это был босс. Так, ну что ж, давайте зайдем в арсенал. В арсенал. Так, посмотрим, что у нас здесь. Мечи. Мечи, ничего у нас не собирается. Лучница. Так, лук. Есть. Вот, у нас сейчас будет лук 8 уровня. Так. Ух ты, какой крутой лук, смотри, интересный, 8 уровня, офигеть, офигеть.
Какая она красивая стала. Так, значит, у нас есть лук третьего уровня. Вот у нас есть лук четвертого уровня. И вот первого уровня. Это нулевой уровень, наверное, да? Так, а волшебник? Что у нас у волшебника есть? Надо ему посох какой-то новый сделать. Но я думаю, в следующей серии мы сделаем ему крутой-крутой посох. Вообще классно. Ну что ж, ссылка на плейлист с прохождением под видео. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, если вам понравилось прохождение. Пишите комментарии. Всем пока-пока.